Всем привет, Виги снова с вами. Ну что ж, вы давно хотели узнать, где же приобрести такой золотой шмот фельдмаршала или сет Кокус 50. Так вы больше догадаетесь. Ну что ж, смотрим и понимаем. Ну что ж, залазим на птичку, портаемся в портал, портаемся, как ни странно, Бернику Зейд и летим вот сюда. Нам надо зона 52. Конечно же, это небольшая пародия на зону 51, что в Соединенных Штатах где-то находится тайно, но нам надо сюда. Вот мы и прилетели. Ну что ж, спустимся. Так, вот наш, чтобы вы видели с высоты, магазинчик. Вот он, красавец наш. Ну, давайте зайдем. Итак, сначала нас, конечно же, интересует это... У меня есть отличное предложение. Латные, кольчужные доспехи Альянса. Эй, классики. Как дела? Так, вот наш сет. Собственно говоря. Так, где тут башка с плечами? Вот они. Но это не сет, как у Свифти, это сет всего лишь рядового лейтенанта. Его вы можете получить, если будете ходить на рейтинговое поле боя, и получите достижение 1700. Так, следующее, что могу вам показать, это, конечно же, мой любимый двухручный меч, ну и, в принципе, весь остальное оружие для Альянса. Как ни странно, показано, что на самом сайте WoWhead этот предмет более недоступен в игре. Но, как говорится, у нас в России все возможно. И он доступен с рейтинга 1800 на RBG. Итак, сам шмот с 50, собственно говоря. Ну, почему именно его? Не знаю. Так, стоп, подлегче. Вот он. Так, где мой грудак? Примерить ноги. Где мои ноги? Вот они. О, красавец. Да, ребята, для этого сета надо вам порвать немножко вражеские пуканчики. Потому что его вы можете получить только с рейтингом 2300 на РБГ. Да. Собственно говоря, вот так. Ну что ж, думаю, вы узнали, где достать этот сет. Он, кстати, незаконно продается за голду, как в добром старом классике. Только тогда он стоит, по-моему, 54, а тут что-то подешевле, 18 всего лишь. Ну да ладно. Ну что ж, ребят, на этом все. С вами был Виги. Задавайте вопросы, еще на них поотвечаю. Всем удачи и пока!